В любом деле важна роль лидера, человека, способного объединить единомышленников, принимать решения и нести за них ответственность. Президент – это сильная, авторитетная политическая фигура, которая не на словах, а на деле выступает народным лидером. В тяжелые 90-е годы белорусский народ как никогда нуждался в национальном лидере, способном отвести страну от пропасти. Неудивительно, что авторитет приобрел молодой политик Александр Григорьевич Лукашенко, который в октябре 1993 года выступил со знаменитым докладом о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. 15 марта 1994 года была принята Конституция Республики Беларусь и впервые был учрежден Институт президентства. В этом же году состоялись первые выборы президента Беларуси. Во втором туре Александр Григорьевич набрал 80,34% голосов. Курс Александра Григорьевича Лукашенко на построение сильного правового социального государства полностью оправдывается и дает конкретные результаты. В чем проявляется сила нашего президента? В способности принимать независимые решения в интересах своего народа, несмотря на угрозы изоляции и давления. Благодаря трудолюбию белорусских граждан и дальновидной политике главы государства мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. Нам удалось сохранить и модернизировать не только МАЗ, БелАЗ, МТЗ и другие промышленные гиганты, но и создать совершенно новые предприятия – белорусскую атомную электростанцию, завод БелДжи и другие знаковые объекты. Впервые в истории белорусского государства на орбитальной станции побывал гражданин Республики Беларусь. Наша страна получила статус современной космической державы. В Беларуси один из самых низких уровней малообеспеченности населения. За период независимости реальные денежные доходы населения выросли почти в 5 раз, а заработная плата практически в 7 раз. В Беларуси гарантирована бесплатная и доступная медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения. А правильность принятых белорусским руководством решений во время вспышки в 2020 году коронавирусной инфекции сегодня признают во всем мире. Обеспечено получение общего среднего и профессионально-технического образования, а на конкурсной основе среднего специального и высшего образования. За годы президентства наша страна существенно укрепила свои позиции на международной арене. Как сказал Александр Григорьевич, мы выступаем за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. Нам, нынешним поколениям белорусов, посчастливилось жить и родиться под мирным небом. И в этом тоже заслуга сильного президента. Александра Григорьевича Лукашенко в народе называют «батькой» за его близость к народу, любовь к родине, искренность и открытость. Ведь испокон веков в Беларуси сложилось, что батька – это первый среди равных. Власть в Беларуси 21 века свойская, людская, во главе с подлинным национальным лидером, умеющим гордо постоять за свою страну и народ. Мы, молодежь Могилевщины, гордимся своим президентом и уверенно смотрим в будущее в любимой Беларуси.